більше олімпіада, так? Ми очень гарно. Олімпіада дуже трудно, але тим більше торжество, тому що отлично виступили наші, несмотря на всі трудності. Сьогодні ми будемо чествувати наших героїв. Я думаю, що це буде дуже радісно. Ну, як відомий автор писав, після балу, да? Тобто все одно вся общественность, от всі кореспонденти задають вопрос, от завтра, от этот Макларен, это вам мысль тоже не должна давать покой. Слушайте, если мы собрались на праздник, а будем думать о том, что там будет после бала, давайте все-таки мы отпразднуем успех нашей команды в Рио. А что будет, посмотрим. Что говорите спортсменам, что говорите, как вот это все пережить? Слушайте, мы это все переживали перед началом Олимпиады в Рио. Помните, когда была обстановка, мы так хотели не допустить всю команду, все ужасно волновались. Всегда говорили одно и то же. Надо тренироваться, готовиться, делать свое дело. Нормально. Замечу, еще один вопрос. Вот все взрослые, несмотря на то, что они говорят, что они взрослые, они в душе немножко дети, и я уверена, что вы, как и мы, что-то загадываете под елку, под бой курантов. Но поделитесь. Я загадываю, что наконец все эти околоспортивные истории закончатся, и мы будем наслаждаться только лишь спортивными событиями. Вот я об этом мечтаю. Спасибо вам большое. Значит, еще такой вопрос. 2016 год подходит к своему завершению, все подходят к итоге. Вот какие итоги вы можете подвести вы? Ну, мы сегодня итоги на Олимпийском собрании подводили. Конечно, главное событие Олимпиады в Рио. Успешное выступление наших спортсменов, несмотря на все трудности. Это главный итог этого года. Кстати сказать, мы уже забыли, в начале года были юношеские зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере, где наши ребята забивали больше всех. Медали – это тоже замечательно. Так что есть что вспомнить. Можно я попрошу из радиостанции «Спорт.ФМ» поздравить наших слушателей? Вот представим, как будто наступил Новый год, вот и с Новым годом их поздравить. Только представься, то радио вас не видно. По голосу я кто-то вас знает, но... Я хочу поздравить всех любителей спорта с, во-первых, с уходящим 2016 годом. Он был, безусловно, успешным для наших спортсменов. Ну и хочу пожелать в новом году новых успехов спортсменам, здоровья всем радиослушателям, и чтобы они лучше болели за наших. Спасибо большое. Спасибо.